Всем привет, доброе утро, 5 мая. Фух, на работе заводим трактор, обслуживаем. Ну, то помазать, в принципе, только и все. Заправляемся и, скорее всего, поедем дисковать. Так что погнали. В общем, у нас тут собираются сажать картошку. Вот это мой огород. Сейчас, значит, картошку посадим, а потом поедем дисковать. Сейчас обедаем. Обед я взял с собой, чтобы мне не мотаться домой, потому что, ну, там в 10 я поехал. Вот, у меня тут там картошечка, шашлычок намешанный. Вчера у дочери день рождения был. Вчера выходной у нас был в совхозе, потому что был перед этим дождь. Вот. Так что сейчас поедим и поедем дальше работать. Ну что, если кто собирается обедать, или обедает уже, или ужинает, или завтракает, я не знаю, когда вы меня там смотрите, приятного аппетита, увидимся чуть позже.
давайте краткий гайд по просьбе подписчика, как переключать скоростя, режимы на К-744. Вот. Ну что, погнали. В общем, гайд по коробке, так сказать. Итак, рычаг скоростей, рычаг режимов. То есть это повышенное, пониженное. Сейчас он пониженное, вверх повышенное. Это отключение. Включение заднего моста. Сейчас задний мост включен, вниз отключается. Режимы скоростя. Чтобы включить скорость, вот, собственно, все скоростя нарисованы. Чтобы включить скорость, надо... Сейчас вот все на нейтрале. Включаем режим тормозков синхронизаторов. Здесь включаем скорость, я включил вторую. Все, выключаем тормозки синхронизаторы. Здесь вторая и четвертая. Четвертая будет, если поднять этот рычаг вверх, повышенный. А назад сюда будет первая и третья. Также первый рычаг вниз, третий рычаг вверх. Задняя сюда, вот себя. Вправо. Так, тормозки синхронизаторы. Вот, все, это задний. Трогаемся с места. Выжимаем педаль слева. Включено. Включаем первую передачу. Опускаем педаль слева. Все, трактор поехал. Дальше скоростя переключаются без разрыва потока мощности, то есть просто перемещением рычага. Здесь их всего 4. Третья, вторая, первая. Чтобы включить нейтраль, выжимаем педаль слева. Все, нейтраль, трактор стоит. Все просто, все понятно. Привыкните за 2-3 раза. Короче, погнали. Почти 6, сейчас еще немного поработаем и будем собираться домой. Я так понимаю, сегодня посадили картошку и все, больше тут никто не работает. Давайте поотвечаю на комментарии, то, что вы написали. Я думал, буду отвечать всем там письменно, но, блин, это реально как бы много времени занимает. Так что, если кому не отвечаю, вы извините. Я буду отвечать вот так вот. Привет, Леха, тебе надо сделать мойку для рук. Я сделал из канистра. Да, мне надо сделать мойку для рук.
Я ее никак не сделаю. Когда-нибудь сделаю, честное слово. Привет. Леха, что за двигатель у тебя на Кировце? Сколько ЛС, лошадиных сил, на каком режиме и какой скорости таскаешь диски? И сколько оборотов даешь? И насколько диски заглублены? А, двигатель EMZ-238 ND5, 300 лошадиных сил. Таскаю 2.2, 2.3, зависит от почвы. Сейчас в основном на 2.2. Я тем более хожу вообще поперек поля, поперек всего. Так, сколько оборотов даешь? Оборотов чего? Если двигателя, то максимальный 1900. Так, и насколько диски заглублены? Там что-то 10-12 сантиметров сейчас. Где-то так хожу. Может, чуть побольше. Мы тоже в поле хотим, но погода не дает. Дожди каждый день в Мордовии. Да, дожди — это прям, это наш враг. Он иногда нужен, дождь, но, блин, поливают они, конечно. Если зайдут, то работа тоже стоит как не в себя. Кстати, вот на сегодня на вечер обещали дождь, и на завтра. Завтра выходной, завтра воскресенье. Так, здравствуйте, сколько лошадок на тракторе? 300. Привет, Леха, почему не работаете в две смены? Нет смысла, у нас не так много земли, поэтому я уже про это говорил, и мне как бы не нравится идея, когда трактором владеют два тракториста, это уже не то. Другое дело, когда там по заместительству, ну там вот не по заместительству, а подменить кого-нибудь, да, вот нет тракториста, а мне делать нечего. Когда я на МТЗ работал, день тракторист болел, Серега. Где вы их берете, поля? Я искал себе землю в аренду, 1000 гектар, нифига не нашел, только лесом заросшие. Ну, у нас тут хозяйство одно развалилось, а поля несколько лет были тоже заброшены, мы их как бы в аренду тоже взяли. Вот. Много ли еще хозяйств? Да много, да. Мелких достаточно много. Тут крупные, я уже говорил, хозяйства. Одна компания очень обширная, которая подминает под себя всех, тоже тут вокруг, кругом расположилась. Так что всего хватает. А, еще спрашивали, я что-то сейчас не увидел этого комментария, по поводу, занимается наше хозяйство только зерном. Раньше у нас были фермы, был скот. Вот. Раньше, вот совсем давно, когда еще я не работал, тут вообще, вот, ну, я говорил уже, что это было три отделения одного большого колхоза. Как бы скотом занимались вообще, да, вплотную, прям тут ферм было очень много. Вот. Но мы ушли от этого, потому что, не знаю, когда-то это стало невыгодно, сейчас, может быть, опять это выгодно, но как бы мы к этому пока не приходим. Занимаемся только зерном. А косилка, что у нас там стоит, этот, как его, немец, в общем, немка, это уже металлолом, то есть там ничего нет. Один движок, да, рама с кабиной. Вот. В общем, как-то так. Сейчас дорабатываем и домой. Завтра отдыхаем. Понедельник — рабочий день. Так что как-то так. Погнали. We'll be right back.
Давайте, до встречи. Пока-пока.